Твоя дивизия, потому что она лично твоя, проникающая прямо в сердце, там, дивизия, потому что это очень патриотичное название. На самом деле, просто девочкам было все равно, как назвать группу, и я ее назвала, как хотела. Я просто очень люблю выражение «твою дивизию». Ну и так появилась твоя дивизия. Наши песни, они сатирического плана, то есть мы смотрим на мир и пытаемся его, над ним посмеяться. Очень сильно пытаемся. Стараемся. Итак. Вот это да. Первая песня. Сбербанк. Маньяк поменяется местами. Давайте начнем. Я не разочарую.
вижу, что вам грустно одному, и это факт. Так скорее же подойди и обнимите. Неподалеку растут кусты. Общались, он к нам такой подходит, подбегает, неважно. С горящим взглядом. С горящими глазами, да, говорит, я устроился в театр, я теперь работаю в театре. Мы такие, блин, а как ты устроился? Он на такой... какие роли тебе дают, да, как ты с труппой там вообще, ну, нормально? А он такой посмотрел вдаль и сказал, ну, я устроился помощником. Мы такие, кого, режиссера, что ли? А он младше нас еще на 2 года, мы говорим, нифига себе, парню, 18 лет уже помощник режиссера. Он такой, звуковика. Вот мы не могли оставить это без внимания и написали песню про нашего Женьку. Я упертый, как осел.
даже отвергал прекрасных женщин. Па-па-па. Ложился с тем, с кем надо лечь в постели. Вот долгожданный результат. Результат. Тот самый режиссер берет меня к себе. Все было бы хорошо, когда б не долбанный гример сыгравший роль в моей судьбе. Так, Фамусов, давай к Софье туда. Да? Вы вот туда встанете. Я думаю, что тебе, Жень? Какой? А кто же я? Класс, один класс. Это Женька. На звуки посиди, ладно? Сломанной ногой, у меня была замечательная компания. Это две маразматички, одна бабушка с Альцгеймером. 70+. И алкашка 40+. И значит, бабушка, которая с Альцгеймером, она все не могла уняться, ей хотелось говорить. Она в пространство периодически кидала какие-то фразы, которые потом стали основой для наших некоторых песен. Она автор идеи наших многих да. песен. И у нас есть специальный цикл, благодаря вот Татьяне Яковлевне Аверьяновой. Называется цикл... «Паничные хроники». Да. И вот одна из этих... Фраз будет звучать в нашей песне. «Я ходила по солнцу, но я не знаю, где это солнце», — сказала Татьяна Яковлевна. Мы не могли не написать песню. Наше выступление